Друзья, всем привет. Значит, выпала такая ошибка на Ford Mondeo 3-2005 года, FMVA 136 сил, P0405 и P0401. Низкий уровень цепи, а цепи рекультивации выхлопных газов. А проблема у нас предварительно вот в чем. Значит, вакуум работает, до блочка вакуум есть. А после блочка, после этого вот моста, тут вакуума нет, отсутствует. Хотя здесь дует очень сильно на подаче. Чаще всего вот в этих вот блочках проблема. Номерочек сейчас я вам скажу, если он тут есть. Но его тут что-то я не вижу. Стоимость рам сколько? 400, да? 400 гривен. Может быть, на том будет у нас номер. Сейчас подставим и посмотрим, что с этого будет у нас. Но вакуум здесь должен быть на EGR. Он должен открываться и закрываться. 1,8. Сколько? 1,8. Есть, да? 14, 1,8. Может быть. А может просто ОТК. Может аналог какой-то. Посмотрим. Короче, ставим его и смотрим, что будет. Уйдет проблема, не уйдет проблема. Итак, ребят. После подкидки блочка здесь просто очень сильное началось, вакуум пошел. То есть прямо такой чпук, такой звук чпук. Ну, попробовали пальцем, все идет вакуум. То есть вакуум работает. Все, блочок проблемный. Ну вот, номерочек я, ребята, он так и не нашел. Не могу. Нет на нем номерка никакого. Ну, вот такой. В разъебе, да? Вот это. Вот эти, видите, вот коллега говорит, что вот эти вот, вот с такими должно быть. Видите, нужно короче, снять и вот вести, да, взять и подобрать по нему, да, прямо сразу, вот так, с разборки. 400 гривен такая стоит такая и штучки. Все, ошибки нужно удалить, все будут, потому что они не уходят сами по себе. Ну и мы EGR не будем чистить, мы приняли решение не чистить его, потому что, ну, покатается, если вынырнет ошибка опять еще раз, то мы потом снимем его, по-моему, бензином, там на моем канале есть видео. В принципе, все. Проблема решилась путем этого. А, кстати, пропал сразу дым, да? Очень сильный был дым такой кумарь, и машина была тупая. Сейчас попробуем проехать, но чуйка есть такая, что все уже будет по-другому. Все, ребят. То есть проблема в этой штуке. Ну, пускай говорит. Проблема в этом бочонке, короче, была. Номерочка, ребят, нету, найдете. Найдете. Все, ребят, всем всех благ, всех благословений. Вот так вот решать проблему с теми ошибками, которые я написал в видео. Все, проблема решилась, ребят. Всем удачи. Пока-пока. Как я говорил, эти ошибки мы удаляем для того, чтобы они уже не появились, потому что сами по себе они не уйдут, к сожалению. А пап, эти выйдут? Пап, чек горит, но мы сейчас заведем, чек уйдет. Все. Все чистенько. Моторчик зашептал. Все, ребят, всем удачи. Пока-пока. Давай.